Центральный республиканский банк ДНР предупреждает жителей республики о случаях телефонного мошенничества. Подробнее об этом рассказал директор департамента процессинговых услуг и платежных систем ЦРБ Алексей Серый. Мошенники звонят владельцам зарплатных карт и, предоставляя сотрудниками банка, просят предоставить личную информацию. Для перерегистрации злоумышленники просят граждан Донецкой Народной Республики назвать им по телефону номера их платежных карт. В случае отказа от перерегистрации они угрожают тем, что данные карточки будут заблокированы банком. В связи с этим представитель ЦРБ обратился к клиентам банка с просьбой соблюдать основные правила безопасности, которые помогут сохранить денежные средства. Это никогда не нужно передавать свою пластиковую карточку третьим лицам, а также разглашать номер своего пин-кода. Если вам поступил подобный звонок, то рекомендуем вам не отвечать на вопросы мошенников, а сразу же обратиться в колл-центр Центрального республиканского банка по телефонам, указанных на обратной стороне карточки, и уведомить о таком звонке.